Angkatan bersenjata Rusia dikenal sangat berani di medan pertempuran. Dalam kondisi apapun, militer Rusia tetap maju melawan kubu yang coba meruntuhkan negaranya. Hal itu kembali terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 18 September 2023. Tepatnya di wilayah Kupiansk, Angkatan bersenjata Rusia menyerbu parit personel militer Ukraina. 6 tentara dari prajurit tank pengawal ke-1 distrik militer barat berada di belakang para tentara Ukraina di wilayah Kharkov dan tidak tanggung-tanggung melanjutkan mereka. Rentetan tembakan diluncurkan ke dalam parit Ukraina, dan akibatnya militer Ukraina alami luka-luka hingga tewas. Mereka yang masih hidup diketahui langsung menyerahkan diri ke prajurit Rusia. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Группа из 6 человек организовала разведгруппа, провела налет, сначала подготовку и налет на опорный пункт противника. Мы захватили как раз центральный опорный пункт на нашем направлении из 3. То есть там южнее где-то на 700 метров и севернее аналогично 700 метров от того, который мы захватили. В процессе налета уничтожили 6 человек, до 6, 4 в самом опорном пункте и 2 человека в процессе. Пускали коптеры, проводили воздушную разведку, также производили сбросы на эти позиции, на наблюдателей. Проводили разведку маршрутов, вариантов возможных. Все, просчитывали варианты возможного движения. Вот, выбрали самый наглый, дерзкий маршрут по открытому месту, по этому участку местности. Потом непосредственно перед самой задачей выдвинулись ночью на исходную точку, и с этой исходной точки выдвигались уже непосредственно к опорному пункту противника перед подготовкой саперами тропы. Внезапность, и они не ожидали, что мы пойдем именно здесь, на открытом участке. Обычно все подобные действия, да, там, они проводятся через лесополки, скрытно и так далее, ночью, либо в сумерках, так далее. Мы пошли днем и застали их врасплох. Цель налета была уничтожение живой силы противника, захват пленного, вооружения, цель связи и так далее, документов. Как эта ситуация вот влияет на самого противника? Ну, моральный дух падает, естественно, да, они расслабились на том направлении, они думали, что мы также стоим, ничего не делаем, никаких вылазок не производим, не заходим к ним в тыл. Вот, потому что опорный пункт был рассчитан на, ну, то есть там несколько ячеек, да, и по идее там должны были стоять в этих ячейках личный состав противника. А они сбились в одно место, за что и ваши действия? Мои действия. Заходил из группы первый, подошел уже вплотную, практически вплотную к блиндажу вражескому. Начал заходить в него, и с левой стороны уже увидел врага, непосредственно услышал крик от него, и, ну, началась боевая фаза, началась стрельба. Первый сразу же упал, но после этого мы поняли, что блин, даже находится, ну, не один, не два человека, а намного больше. То есть, ну, их было как минимум трое-четверо только по голосу. Это по моим первым ощущениям. Началась фаза боя. Предложили сдаться. То есть кто-то из противника решил сдаться, но ему, опять же, свои не дали выйти и начали стрелять по нам. Поэтому они были подавлены огнем, уничтожены.
Давайте, выходи! Равно турманем! Руки за голову, выходи! Руки за голову, выходи! В тылу противника, я думаю, мы находились во время операции, все у нас заняло минут, наверное, 40. Это уже когда именно в тылу противника. И... Противник, в каком расстоянии вы заметили? 2 метра от себя. Я уже непосредственно заходил в блиндаж, и прямое столкновение было с противником. Ты все-таки находишься в тылу врага и не знаю, сколько на данный момент здесь находится врагов. 5, 10, 15. То есть территория неизведана. Ну, тревожно. Руки разведчика достанут врага фашистов, которые ни о чем не думают, никого не жалеют. Но мы их достанем везде, где бы они ни были, на любой территории.